Существует ли ажиотажный спрос на мясо и не завышают ли продавцы цены на свинину? Эти вопросы выясняли в ходе рейда представители администрации города и станции по борьбе с болезнями животных. Про африканскую чуму свиней сегодня слышали все покупатели. Кто-то не видит никакой угрозы для себя, кто-то, наоборот, отказался от любимого мяса. Но большинство людей выбрали золотую середину. Покупать свинину в магазинах. Павел Яковлев уверен, так безопаснее. Надзорные органы организации за качеством, откуда поступает свинина, надеемся, следят. Надеемся, значит, безвредно это мясо для нас. И употребляем, поэтому покупаем по той же цене. Во время рейда изучали и цены. Стоимость свинины колеблется. Многие торговые точки устанавливают скидки. Продавцы просто вынуждены сбивать цену. Мясо дорого не берут. Проценты 20 баллов. Скрупулезная проверка не выявила ни одного нарушения. Ажиотажа среди продавцов и покупателей, связанного с карантином по африканской чуме свиней, не наблюдается. Проехались, значит, по нескольким торговым сетям и, значит, прошлись по рынку, да. И, значит, итоги хочу сказать следующее, что все документы у продавцов имеются, значит, все ветеринарные документы, которые должны были быть при продаже мяса свинины, имеются на месте реализации. Фактов поступления мяса свинины из второй угрожаемой зоны или же без документов не установлено в данных торговых точек. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.